Задачи партии «Аманат» и ее историческая ответственность на предстоящих выборах – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ. 22 октября состоится презентация штабов всех уровней, в том числе областного и 20 территориальных общественных партийных штабов, в состав которых входят более 450 человек. Недавно прошел съезд партии «Аманат». Я посетила данное мероприятие в качестве делегата. Самым важным моментом съезда стала роль человека в обществе и государстве. В Казахстане самое большое богатство – это люди. И главная цель – счастливое будущее граждан. На сегодняшний день в рядах партии более 38 тысяч человек. В маслихатах всех уровней области у партии 211 мандатов. Это более 83% от общего количества. В общественные приемные партии «Аманат» в текущем году поступило более 6,5 тысяч обращений. Около 70% из них решены положительно. Прошел форум, на котором все профсоюзные лидеры нашей республики обсуждали свое место в обществе в период сегодня непростого времени. Для чего нужны профсоюзы? Каким образом мы можем защищать интересы своих членов? А членов у нас на сегодняшний день более 2 миллионов человек только в Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Самый главный вопрос, чтобы люди труда были защищены со всех сторон. Создание благоприятных условий не может идти без конструктивного диалога между работниками и работодателями и тем мостом, который должен быть в профсоюзе. На форуме было обозначено 7 основных принципов консолидации нации: доверие, взаимная поддержка и солидарность – приоритетные направления для создания целостности, справедливости и единства общества. Айгерим Бегенова, Медет Кайркенов, Жамбыл Балтаев, Кукчак Парад.